Утром в среду новый мост Твери встал в пробке из-за перекрытия улиц. Причиной — ремонт электрического кабеля на Тверском проспекте. Он был поврежден в минувшие выходные в ходе земляных работ, которые производились подрядной организацией без согласования с предприятием. В преддверии часа пик у водителей, которые добирались в центр города из Заволжья по новому мосту, осталась лишь возможность проехать по трамвайным путям. Никаких предупреждений о том, что на Тверском проспекте будут проводиться данные работы и движение ограничат, не было. Необходимость в оперативном выполнении ремонта обусловлена тем, что данная электрическая сеть отвечает за надежность электроснабжения 30% потребителей центрального района города. К четвергу участок дороги должны восстановить, сообщает администрация Твери. По состоянию на 11.30 4 сентября работы находятся в завершающей стадии. К обеду ремонт кабеля завершили. Затем специалисты приступили к восстановлению дорожного покрытия. Сначала, в соответствии с существующими технологиями, будет выполнена засыпка участка щебнем. После его уплотнения 5 сентября будет восстановлено асфальтовое покрытие. Работы ведутся под контролем Департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации Твери.